Чествование многодетных семей в торжественной обстановке прошло в администрации города. Почетным знаком за заслуги в воспитании награждены 5 семей, воспитывающих 2 и более детей. Ребята имеют достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве. У Ирины и Дмитрия Шапкиных 6 детей. Старшему 18, младшему 8. На церемонию приехали вместе. Ирина – педагог по профессии. Вся ее жизнь связана с воспитанием подрастающего поколения. И на работе, и дома. В этом она видит свое призвание. Муж Ирины, Дмитрий, супругу поддерживает и отмечает, детей в семье должно быть много. Ты точно будешь одинок. Вот. Потом, когда тебе еще осчастливят внуками, то вообще будет веселая жизнь. Идея создания семейного музыкального ансамбля пришла несколько лет назад. Дети с удовольствием играли на музыкальных инструментах. Затем семья Шапкиных организовала детский оркестр. Огонь родного очага, любовь, забота и поддержка близких – самое важное, что есть в жизни каждого человека, отметила мэр города. Институт семьи – крайне важный институт для государства. Это стабильность нашего общества, это поддержание традиций нашего государства, и вы в это вкладываете все свои силы. Я вас еще раз поздравляю с этим праздником. Очень надеюсь, что в ваших семьях всегда будет мир, лад, любовь. После церемонии награждения участники обсудили вопросы воспитания, образования и развития подрастающего поколения. Встреча продолжилась в онлайн-формате вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В видеоконференции принимали участие многодетные семьи со всего региона, семьи с приемными детьми и семьи участников СВО. Глава региона поздравил всех с праздником, отметив, что поддержка семейных ценностей – первостепенная задача. Все участники встречи смогли пообщаться с губернатором, задать вопрос, рассказать о своем опыте воспитания и выступить с инициативой в сфере поддержки семей в Самарской области. Галина Топилина, Константин Головин. События.